третьем корпусе Белгородского госуниверситета завершился ремонт и оснащение учебного пространства. На всех этажах отремонтированы аудитории и кабинеты для практических занятий. Они оснащены современным мультимедийным оборудованием для возможности реализации образовательного процесса в смешанном формате. Также закуплена новая мебель. Организованы две рекреационные зоны. Музейное пространство, зона для буккроссинга и отдыха. Обновлен кабинет для учителя-логопеда. Есть многофункциональная аудитория для проведения конференций и круглых столов. Мы имеем сегодня на студенческой, современной, отвечающей всем требованиям по внутренней архитектуре и дизайну, отремонтированный, оснащенный кампус. Вы видели, мы начали строить общежитие. 1 сентября следующего года перережем ленточку и заселим туда студентов, аспирантов. И я надеюсь, что 1 сентября, мы начнем в январе уже, ремонт и реставрацию корпуса 4, мы завершим здесь все работы.